стало уже традицией. Ежегодно выдающиеся российские артистки принимают поздравления с Международным женским днем от лидера партии «Справедливая Россия». Этот год не стал исключением. Юбилейный 10-й вечер прошел в стенах Государственной Думы. От лица всех мужчин Сергей Миронов поздравил актрис. Я поздравляю с наступающим праздником. Я хочу пожелать вам счастья, здоровья, любви, радости, радости творчества, радости жизни, чтобы все, кто вас окружает, родные, близкие, друзья и знакомые, приносили вам радость не только накануне и день праздника, а все 365 дней в году. Теплая атмосфера, улыбки и радость в глазах. Что еще нужно для праздника? Благодарность за такой вечер женщины выразили в стихах. Любимой быть, самой любить, весь мир любовью озарить. Дано мне, женщине. И потому, не пряча слез от неисполнившихся грез, скажу: судьба, благодарю тебя за то, что я женщина. Ура, ура. Ура, ура, ура. Ура, браво. Как и положено, в праздник никто не остался без подарка. Сергей Миронов лично вручил актрисам минералы из собственной коллекции.